Добрый день, участники конференции. Я хочу сделать доклад под названием «Методика определения оптических свойств воды в Горьковском водохранилище с высоким пространственным разрешением и результаты ее практического применения». Эта работа подготовлена целым коллективом участников из трех институтов. Это связано как бы с интересом к этой задаче у всех. И плюс это объединение опыта, навыков и технической базы, чтобы реализовать ее. Значит, так, вот. Сейчас, указка. Все, я нашел. Основной наш полигон – это Горьковское водохранилище. Я про него на этой же конференции неоднократно рассказывал, поэтому не буду останавливаться подробно. Скажу, что в 2017 году